Отбирай меня у других, осень как будто предлог, чтобы тебе написать, чтобы напомнить про все, чтобы напомнить, что я могу тебе дать вместо заплаканных глаз, не быть причиной для слез. Что я... Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь, ты меня не слышишь, нет. Твои мысли в эти сообщения, что для нас на грани расставания. Гигабайты ожидания. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Звон в ушах, твои уведомления, но не променяет эти движения. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Теряем связь так быстро, между нами пропасть. Мы стали чужими, я больше не знаю, кто ты. Кто ты, кто ты для меня? Кто ты, мне не нужен твой ад. Кто ты, кто ты, кто ты для меня? Кто ты, кто ты? Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Предлог, чтобы тебе написать, чтобы напомнить про все, чтобы напомнить, что я могу тебе дать вместо заплаканных глаз, не быть причиной для слез. Что я могу тебе дать? Я ведь богат, но не так, как богаты они. Что я могу тебе дать? Вот мое сердце, держи за верность, попробуй купи. Я же поискал тебя, где же мне тебя найти? Ты же привыкла менять чувства на деньги другие. И вдруг все песни о любви стали о тебе, стали о тебе, стали о тебе мгновенно. Как тебя забыть, если ты везде, если ты везде? Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю
наше притяжение. Честно ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь, ты меня не слышишь, нет. Твои мысли в эти сообщения, что для нас на грани расставания. Не говори для ожидания. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Звон в ушах, твои уведомления, но не променяйте движения. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь, ты меня не слышишь, нет. Твои мысли в эти сообщения, что для нас на грани расставания. Не говори для ожидания. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Звон в ушах, твои уведомления, но не променяйте движения. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Теряем связь так быстро, между нами пропасть. Мы стали чужими, я больше не знаю, кто ты. Кто ты, кто ты для меня? Кто ты, мне не нужен твой ответ. Кто ты, кто ты, кто ты для меня? Кто ты, кто ты? Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Будто предлог, чтобы тебе написать, чтобы напомнить про все, чтобы напомнить, что я могу тебе дать вместо заплаканных глав, не быть причиной для слез.
что я могу тебе дать? Я ведь богат, но не так, как богаты они. Что я могу тебе дать? Вот мое сердце, держи за верность, попробуй купи. Я же поискал тебя, где же мне тебя найти? Ты же привыкла менять чувства на деньги другие. И вдруг все песни о любви стали о тебе, стали о тебе, стали о тебе мгновенно. Как тебя забыть, если ты везде, если ты везде? Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь, ты меня не слышишь, нет. Твои мысли в эти сообщения, что для нас на грани расставания. Не говори ожидания. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом, если сейчас расскажет. Звон в ушах, твои уведомления, но не про меня эти движения. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом, если сейчас расскажет. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Знаю, любишь, нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты и друг твой цифровой испытали в край мое терпение. Ты не слышишь, ты меня не слышишь, нет. Твои мысли в эти сообщения, что для нас на грани расставания. Не говори ожидания. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом, если сейчас расскажет. Звон в ушах, твои уведомления, но не про меня эти движения. Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом, если сейчас расскажет. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Теряем связь так быстро, между нами пропасть. Мы стали чужими, я больше не знаю, кто ты. Кто ты, кто ты для меня? Кто ты, мне не нужен твой ад. Кто ты, кто ты, кто ты для меня? Кто ты, я говорю прочь.
говорю,